Вот, друзья, поверите или нет, в луже лежало 200 гривен. Полностью мокрая. Посмотрите, что с ней. Мне везет просто. Вот здесь, вот в этой луже, только, ну, вон прошли два мужчины, скорее всего, и выронили ее. Потому что, ну, вот я шел с Жорой. Жора, тихо. Представьте, полностью вот она вся мокрая-мокрая. Прямо вот в этой луже лежала. А только что вот ребята шли, скорее всего, выронили ее. Ну, я, их уже нет даже на горизонте. Подвыпившие. А я сегодня только в благотворительный фонд перечислил 20 гривен. Вот, пожалуйста. Смотрите, насквозь мокрая. Везет же ж мне. Деньги — это моя тема. Все притягивает. Ай да. Ребятки, класс. Сейчас подсушу, как сухари. А я не могу. Обалдеть. Ну, ее нужно что? Срочно истратить. Залью на нее газу. Или бензина. Вот. Или благотворительность отдам.